Татуировки Ксении Бородиной. Смысл, история, фото рисунков, факты. В шоу-бизнесе России великое множество звезд, украшенных татуировками, и Ксения Бородина не отстает от коллег по цеху. Популярная ведущая скандального шоу «Дом-2» на данный момент обзавелась двумя татуировками, коими она, кстати, гордится и демонстрирует по любому подходящему поводу. Вся информация принадлежит сайту tatu-foto.ru. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Первая татуировка на левой ноге у Ксении появилась довольно давно, больше чем 10 лет назад. Телеведущая вытатуировала себе небольшого резвящегося дельфина и нисколечко об этом не сожалеет. Если совсем вниманием изучить значение данного изображения, узнаешь, что резвящийся дельфин символизирует общительность, повышенную эмоциональность и открытость своего владельца. Также, дельфин – символ успеха и удачи, которые на самом деле идут в ногу с Ксенией Бородиной который год подряд. После первой тату Ксения чуть было не обзавелась второй с именем своего мужа Будагова Юрия. Но телеведущая передумала и правильно сделала, так как муж совсем скоро стал бывшим, а подходящее место на теле для будущей татуировки осталось свободным. Что немаловажно, так как она вышла замуж за совсем другого человека, которого бы не обрадовал факт такого откровенного напоминания о прошлом. Тем не менее за время супружеской жизни с Будаговым у Ксении рождается девочка, которую она называет Марией. Это самое имя в интерпретации Маруся и становится второй татуировкой популярной телеведущей. В латинской транскрипции Маруся в исполнении мастера, который является постоянным тату-мастером известного рэпера Тимати, который является просто ходячей рекламой искусства татуировки. Именно Тимати рекомендовал мастера Ксении Бородиной, которая очень довольна работой. Татуировка выполнена достаточно просто, подразумевая под собой то, что ее владелец и смысл важнее красочного и эффектного оформления. Дочь Ксении, имя которой вытатуировано на руке популярной ведущей, конечно же еще не знает ничего о татуировках, ни о том, что за символы выбиты на руке у мамочки, но с огромным удовольствием рассматривает рисунок. Надо заметить, что Бородина не стала слепо следовать традиции, сложившейся у многих известных звезд, а именно делать татуировку имени своих вторых половинок. Телеведущая как-то призналась, что, разумеется, могла бы, как и Джоли, сделать татуировку имени супруга, но не стала этого делать, так как рвать отношения с